Значит, адаптироваться на Западе для любого человека или адаптироваться где-либо, но сейчас немножко другое время. Мы говорим о том времени, когда была резкая граница, железный занавес между Советским Союзом и всем остальным миром. Поэтому даже для человека, который ездил регулярно за границу, таким был, значит, портной, было очень трудно. Теперь, когда он остался на Западе, и то через несколько дней у меня дома он кричал следующую фразу: «Гена, вы не думайте, я не смелый, Гена, я не смелый, я отчаянный, отчаянный». Ага. И вот это вот, он, вот эта вот фраза, в общем, она была правдивая, и тогда он был в таком состоянии, в правде. Он был тогда, конечно же, в состоянии тяжелом.